Всем привет! Приветствую всех на канале. Сегодня я хотел бы обсудить, какое масло лить в мотоцикл. Я катаюсь на мотоцикле уже много лет, и за свой опыт я перепробовал большое количество масел. Я очень долго сидел на модюле, потом какое-то время перешел на Айпон, Катану. В прошлом сезоне попробовал новое масло, которое появилось на рынке, Аркана. И среди этих всех масел я не увидел никакой большой разницы. Очень много слышал про масло Эни. Всегда как-то к нему относился, потому что оно на порядок дешевле, но слышал его от многих мотоциклистов, льют его и в голду, и в спорты, и в лайт мотоциклы, везде. И, в общем, меня убедили, я попробовал, и я был приятно удивлен. Я не рекламирую это масло, но я обратил внимание на то, что моя коробка стала мягче включаться. Других изменений никаких я ни по звуку двигателя ничего не услышал, но сама коробка стала переключаться мягче. Еще пересмотрев много видео про масло, про машинные, автомобильные, мотомасло, я узнал один интересный факт, или не факт, что мотомасла отличаются от автомобильных масел только тем, что им нужно проходить дополнительную сертификацию для получения отметки, что это мотомасло. В реальности оно ничем не изменяется. И 1040 мотомасло по всем показателям идентично автомобильному маслу 1040. Мне интересно ваше мнение. Верите в это? Доливали ли автомобильное масло? Ну так что? Очень короткий ролик у меня получился. Ну и из всего вышесказанного я пока остановился на масле Эни. Я предпочитаю менять его на 1000 раньше, но если оно ничем не хуже, даже чем-то, возможно, лучше, я просто предпочитаю на тысячу километров раньше поменяю. Что вы об этом думаете? Подписывайтесь на канал, пишите комментарии.